Герберт Дис, исполнительный директор всей группы Volkswagen, под давлением совета директоров подал в отставку. 63-летний баварец пришел в компанию в 2015 году, перед самым Дизельгейтом. На долю Диса выпала электрическая трансформация Volkswagen, и контракт истекал в октябре 2025 года. Интересно, что по условиям этого соглашения Герберт Дис, скорее всего, будет получать свою зарплату еще 3 года, и общая сумма выходного пособия составит около 30 миллионов евро. Дитер Пёрчт, председатель наблюдательного совета Volkswagen, сообщает, что Дис провел компанию через бурные времена и внедрил фундаментально новую стратегию, но о причинах отставки ничего не говорит. Немецкая же пресса вспоминает, как Герберт Дис неоднократно сравнивал Volkswagen с опережающей его Теслой. А прошлой осенью гендиректор заявил, что неумелый переход к электрификации может стоить Volkswagen 30 тысяч рабочих мест. И это разозлило профсоюзы. Плюс задержки с запуском подразделения Cariad, которое разрабатывает фирменную экосистему облачных сервисов. Плюс отложенный из-за этого выход новых моделей вроде электрического Porsche Macan. Плюс постоянное урезание расходов и общее настороженное настроение фольксвагеновцев к пришельцам. Ведь Дис переместился в Вольфсбург из BMW и, очевидно, не успел обрести поддержку внутри компании. По факту рыночная стоимость Volkswagen снижается с начала 2021 года, хотя группа в целом держит четверть европейского рынка электрокаров, доля Теслы всего лишь 13%. На смену Дису 1 сентября экстренно призван 53-летний Оливер Блюме, который работает в группе Volkswagen с 1994 года. Последние 7 лет возглавляет компанию Porsche, а теперь будет совмещать обе должности. Еще одна любопытная перестановка в группе Volkswagen случилась двумя уровнями ниже. Константин Сычев, работающий в концерне с 2005 года и с 2017 года возглавлявший российское подразделение Lamborghini, отправится в Китай и с 1 сентября возглавит представительство в Поднебесной. К слову, если в России Lamborghini свой бизнес приостановила, то китайский рынок пока на подъеме. По итогам прошлого года итальянский бренд продал почти 1000 машин, а это второй результат после рынка США.